А теперь о дорогах, по которым мы все ездим. Ямочному ремонту вновь вбыть. Планами поделились сегодня в администрации города. Таким способом в этом году подлатают 311 участков. Их определили в администрации города, исходя из интенсивности движения и статистики аварийности. В большинстве своем дороги, на которых заделают ямы, расположены в Центральном и Советском округах. Конечно, после весеннего обследования список может расшириться. На ямочный ремонт выделили 70 миллионов рублей из городского бюджета.